Все началось в далеком 1997 году. В Тюмени только зарождался эстрадный вокал. Елена Астафьева, будучи педагогом музыкальной школы, тогда решилась на авантюру. Совместно с Дворцом пионеров открыла студию, где талантливых ребят обучали новому жанру. Девчонки были очень талантливые и горели, и хотели на сцену, и хотели тоже чего-то нового. И я решилась. И вот так вот появилась эта студия. Мы были первыми, кто открыли это направление эстрадное в Тюмени. «Нота» – так назвали студию. В этом году огромный коллектив празднует свой 25-й день рождения. Сейчас, кроме эстрадного и ансамблевого вокала, ребят учат танцам и актерскому мастерству. И даже самые юные певцы репетируют, чтобы блеснуть талантом на юбилейном концерте любимой «Ноты». Творческий состав концерта уникальный. На сцене победители региональных, областных и международных конкурсов. Среди выступающих и те, кого музыка связала с нотой на всю жизнь. Обучение идет 7-летнее. Многие занимаются уже и 13-й год. А есть выпускницы наши, которые будут выступать на нашем юбилейном концерте, которые отзанимались у меня с 7 лет до 25. Представляете? А сейчас они, конечно же, приходят на концерты, поздравляют и подарят нам свое творчество, будучи уже мамами, причем многодетными. Выпускница Анастасия Усова преодолела расстояние почти в 7 тысяч километров, чтобы снова выйти на сцену в звездном составе вокальной группы «Эсперанза». С 2001 до 2013 года я занималась регулярно, постоянно. Коллективы менялись, народ приходил, уходил, я оставалась. Очень люблю коллектив, люблю девочек, люблю своего руководителя. Скучаю по тем временам. Очень хотелось попасть на юбилей. Я приехала. Праздничный концерт пройдет во Дворце пионеров 29 мая в 15:00. Приглашают всех.